После небольшого перерыва «Бобруйск-арена» продолжает сезон массовых катаний. Напомним, что в конце 2022-го специалисты заменили борта хоккейной коробки. Сеансы проходят как днем, так и вечером. Продолжительность 45 минут. Детей до 14 пускают на лед только в сопровождении взрослых. Новички под пристальным вниманием инструкторов. Немножко согнуться и сделать правильное движение ног, то есть елочкой. И делать шаги из стороны в сторону, потихонечку, поднимая голову вперед, опуская вниз, то есть контролируя, что внизу и что впереди. Ставить на коньки детей здесь начинают с 4 лет. Занятие платное – 5,50. Записаться можно на любое удобное для вас время. Отсутствие специальной обуви – не преграда. Можно воспользоваться услугами проката. Стоимость пары – 4 рубля. С собой необходим паспорт, размерный ряд от 36 до 45. Прежде всего, я хочу сказать про экипировку. Не забывайте, пожалуйста, для своих детей брать рукавички, шапочки, также и взрослым по желанию можете все это одевать. Бесплатно воспользоваться услугами могут дети-сироты и инвалиды один раз в день и по предварительной записи. При этом нужно предъявить необходимые документы. На ледовой площадке одновременно может поместиться до 180 человек. Здесь просто шикарно. И место, и люди. Здесь все сделано под людей, чтобы было достаточно удобно. Есть люди, которые ты упадешь, они поддержат тебя, помогут, поднимут где-то. Я вот с братом катаюсь, тоже маленький, первый раз на коньки стал, все равно старается. Очень классное впечатление, очень весело, интересно. И можно попробовать всякие трюки, если хорошо очень катаешься, а даже если нет, научиться. Квитки приобретаются в день катания. Сеанс обойдется в 4 рубля 50 копеек. В продаже есть абонементы от 6 занятий и больше. Узнать точное расписание и прейскурант цен можно на официальном сайте клуба или в билетной кассе с 10 утра до 9 вечера. Ольга Васенда, Максим Галионко, Бобруйск, 360.